Ой. Доброй ночи. Уже ночь, время 11. Вчера буквально мне позвонили и попросили помощи. В одной из деревень прибит щенок-подросток, похожий на метиса Стаффа. Очень худой, истощенный. И тоже проблема с лапой. Вот сейчас я еду сегодня, я взяла все лекарства, вот, это деревня, просто хозяйка приютили пока собаку у себя, но что с ним делать, они не знают, состояние, характер травмы тоже не, пока неизвестен, девочки, вот сейчас еду, доеду, буду все снимать, ну и как всегда будем смотреть по состоянию животного, что там за травма, какая проблема. И, ну, как бы вот так вот, вот, немножечко показываю вам свой очередной вечерок. Время 11, потому что хозяйка работает до 10:30, и назначили встречу, в общем, мы на 11 часов. Это 15, наверное, на 12 километров от города, так что еду. Все, сейчас увидим. Я еду, уже заехала в деревню. Должны меня встречать с фонариком. Ой, у нас выпал первый снег сегодня. Первый такой снежок, но, конечно, ветер все равно холодный. Так, это я набрала лекарства. Синулокс, амоксициллин, шприцы для оказания первой помощи. Видите таксофон? Мы договорились, как бы возле него встретиться. Там вот таксофон. Вот таксофон. Вот. А вон там идет человек с фонариком. Сейчас посмотрим. И дальше я уже расскажу, что чего. Наташ, мы с тобой знакомы давно. Вот. Обратиться за помощью могу только к тебе. У меня вот с собой, сама знаешь, собачек много. Вот 3 дня назад ко мне прибилась вот эта собачка. Нужна помощь. Что делать, не могу пройти мимо. Очень жалко, конечно. Так, ну она прям какая-то метис, да, чего-то. Я думаю, ну, что здесь думаю, прям либо Став участвовал, но лапа-то у нас, конечно. Ой. Так, Олесь, скажи, пожалуйста, когда она приползла? Точно? 3 дня назад. 3 дня назад, да? Угу. Ну, в общем, моя такая большая дружная семья, вы все видите сами. Время 12:00 ночи, я приехала по просьбе Олеси, у Олеси очень много животных. Вот, она тоже их любит. Кстати, именно Олесин парень нашел Чарлика и Локи, если помните все. Нашего Чарлика Локи, именно ее муж, нашел наших детишек. Вот, ну а теперь я вам показываю, да, я не знаю, на видео вы увидите, нет, состояние щенка, откуда она приползла, эта девочка. Тут ребра и косточки. Вот, и вот такая у нас лапа. Вот так у нас, тише, зайка, тише. Вот так у нас заканчивается Новый год. Ну и как тебя зовут? И ты такая терпеливая, милая зайчка. Ну, посмотри на меня. Посмотри, у тебя моя худышечка. Она совсем не стоит на лапках? Она только лежит и все, да? Не стоит. До этого стояла, не, сейчас уже нет. Уже нет, да. Она и в туалет ходила, вставала вдруг, ну, в отдельное место, а сейчас нет. Вообще никогда. Не надо, не надо, мой сладкий, не надо. Не залезай. Смотри на меня, зайчка.
Ну, ты откуда такая, моя сладенькая? Крошечка моя. Ты мой сладкий. В общем, мы такая большая дружная семья, да. Да, это трэш, трэш. Конец года, это трэш. Но тут еще и видим состояние, да. Достаточно плачевное все. Ой, я забыла натрий хлорид и глюкозу. У тебя нету ничего такого? Ну что, заяц, будем спасать. Ах, ты скажи мне, писает, какает, как? Писала, какала? Писает, какает, писает. Уже не какает. Давно не какает? Сколько? Она вот как пришла, покакала, и все, наверное, больше все. То есть... Она, потому что день целый не ела, она начала только вчера есть. А-а-а. Так, по чуть-чуть. С чего ей какает-то? Понятно. Ну, писает, писает. Писать, писает, да? Да, воду пьет. Ну, это пьет, самое пьет. Важное. Хотя бы, что воду пьет и писает. Ти мой сладкий. Ой. Ну-ка, Андрюш, вот так вот возьми, поснимай чуть-чуть, убери пальцы. Я хочу попробовать ее поставить и... Все-все-все, зайка, все. Все, мой сладкий, все. Понять, что у меня вообще. Ну-ка, Андрюш, давай, тут прям вот лапу все вот так прям сними. Она и на второй лапке не стоит, да? А, нет, ну тут чуть-чуть стоит. Ой, какой ужас, господи. У нее еще получается, наверное, за эту лапку, когда ее беру, так чуть подтягиваю, она начинает... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, конечно, тут бы подключить глюкозу. Сейчас мы тебя в тепло перенесем, сейчас моя девочка, сейчас. Сейчас моя сладенькая, сейчас моя крошечка, сейчас. Солнышко, ну откуда ж ты такая, господи. Я не могу, у меня плачет и сердце, и душа, и вообще все. Какой-то вообще трэш. Я медленно вводила. Витамины больше все-таки. Нет. Есть разница. Как так? Мне сейчас даже обработать не нечем. Лапу-то. А перекись не пойдет? Не надо, перекись сильно сжигает. Так, мне дай салфеточку. Салфеток нету? Нету салфеток. Да нет, тогда ножницы я сейчас... Лежи, зайца, лежи. Нарежь мне салфетку, отрежь кусок, вот такой прям большой кусок принта. Жаль, спасибо тебе, что не прошла мимо. Знаю тебя. Что, сложить его, да? Да, складывай. Сколько ж ты, где ж ты так, господи, ребенок? Что, как мы смотрим? Сейчас, сейчас. Сейчас я сюда еще. Ну здесь хорошо, смотри, вылазит. Я там даже не открывала. Милая. Давай мне еще один вот сюда. Сейчас я и носочек сделаю. Понимаешь, Дрюнь? Угу. Зафиксируем. А не может лапа быть отмороженная? Нет. Ну, еще таких морозов не было, Олесь. Ну, понимаешь, да. Ты о чем говоришь? Какие морозы? Были бы морозы бы. У нас плюсовые дожди все дни. Ты что? Тут что-то.
Роза сидит там. Где она могла ее отморозить? Нельзя. Чучух. Все, все, все. Терпи, моя хорошая, терпи, моя сладкая, терпи. Я держу, не жду. Во-первых, не очень сильное истощение. Вот, за счет этого ее тяжело держаться вообще на ногах. Так, если завтра ее вести в... Нет, завтра не получится. Во вторник, дай бог. Куда? Не знаю сейчас, как они с роликом решат. Наташ, можно не фиксировать, она все равно не шевелит. Я уже пробовала, все равно без разницы. Да пусть лучше, да. Спокойствие моей души. Потом есть еще, я привезу тебе этих винтиков. Сейчас она почему без перевязки лежала? Чего она? Сейчас, почему она без перевязки лежала? Ну, потому что я пришла, все сняла. Ей. А, ты только что сняла, да? Все, 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 понятно. То есть обрабатывать надо два раза в день. Угу. Пока, ладно? Ну вот я утром просыпаюсь, обрабатываю. Так, завтра я довезу вам лекарства. Ты до каких? Так, до 10, все это. Ну, ты во сколько выходишь? В 9. И ты утром на работу идешь в 9. Ага. А, вечером. А вечером я с соседкой на машине. А, то есть я доезжаешь. 15 минут, 11 минут, да, уже дома. Я уже дома. Ага. Все. Ну, тогда завтра тоже спишемся. Держи, перебью. Все, выключай. Давай-ка, тебе нужны силы. Убирайся. Давай. Давай, кушай. Кушай, моя рыбочка. Мне даже грызть, мне кажется, тяжело. Давай, мой сладкий. Ничего. А силы-то нужны. Курица – это белок. Давай, мой солнышко, давай. Давай, моя сладкая, давай, моя девочка, давай. Ты мой сладкий, мы тебе поможем. Роза, у нас тебе интересно. Ой, девочки, тут состояние, конечно... Доброго дня, мои друзья. С вами волонтер бездомных животных, приют Твори Добро, Наталья. Посмотрев данный ролик, я уже не кричу, не прошу, а каждый, если захочет помочь от чистого сердца, откроет свои души и сердца собаке Кассе, я буду очень вам благодарна. Я, к сожалению, не смогла. Я не смогла отказать, потому что за 9 лет моего спасения я не могу оставить животное без помощи. А увидев ее состояние, к сожалению, видео не показывает всего того формата, насколько Касси худая, там реальные кости, обтянутые кожей. Вот, и ребенок приполз именно к тому дому, где, наверное, почувствовал, что ей помогут. А глядя в ее глаза, я поняла, что... Я буду спасать, я буду спасать. Мы потихонечку будем оплачивать клинику, но ребенок должен жить и ходить. Я понимаю, что нагрузка месяца сложная. Я не могу даже сделать, выпустить ролик с просьбой о питании. Но именно ваши сердца, именно ваши сердца, ваша помощь спасает вот таких обездоленных и никому не нужных детей. Поможете, мы будем очень рады. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта Твори Добро, Наталья.